Итак, всем привет. Третий этап по, ну, изучению тренинга по новоиндийской защите на вашем экране стартует у нас в понедельник 17 июля в 19:00 Москвы. Стартует предтренинговым блиц-турниром с контролем 3 плюс 2 по системе Энтони Майлса. Слон F4. 18 июля будет у нас турнир 3 плюс 2 с позицией на диаграмме с ходом Е3. И 19 июля, также в 19:00 Москвы, в среду, будет предтренинговый блиц-турнир с контролем 3 плюс 2. По окончании каждого из турниров участники получат рассылочку с записью теоретических, ну, роликов и с вариантами, которые разбираются в этих роликах. В пятницу, так, давайте расписание сейчас посмотрим. В пятницу, вот как вы видите на своем экране, я буду отвечать на вопросы. Ну и, соответственно, в субботу один турнир с контролем 7 плюс 2. В воскресенье разбор. В понедельник, 24 июля, второй турнир, то есть по варианту с Е3. Затем разбор. И 26 июля третий турнир, потом разбор. И потом 28 июля первый турнир 3 плюс 2. В субботу второй турнир 3 плюс 2. И в воскресенье утром 30 июля третий турнир 3 плюс 2 в 10 утра Москвы. Вариант конь С3. Подведение итогов, ответы на вопросы 30 июля. После, ну, фактически после турнира. Ну и там, возможно, это будет итоговым по всему тренингу по новоиндийской защите с дальнейшими обсуждениями будущих планов и так далее. Всем спасибо. Кто хочет записаться, еще не поздно. Вот если кого-то интересуют эти линии, мыло подо мной, на которое можно написать по участию. Все, до свидания.